Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами испытаем в работе химический реактор для изготовления газированной воды. Работает этот реактор следующим образом. В баке номер один уксусная эссенция под давлением сжатого воздуха подается в бак номер два, в котором находится пищевая сода. В результате химической реакции между уксусной кислотой и пищевой содой выделяется углекислый газ. Затем углекислый газ под давлением подается в резервуар с охлажденной водой. Для контроля давления используется манометр, а для ограничения давления – защитный клапан. Остановимся на некоторых деталях конструкции реактора. Этот универсальный стыковочный узел я изготовил из двух горлышек от полиэтилен-терефталатных бутылок. Горлышки бутылок я соединил сваркой, а потом армировал сварочный шов медной оплеткой кабеля. А этот предохранительный клапан защищает реактор от взрыва при неконтролируемом увеличении давления. Давайте же испытаем этот реактор. Сначала мы зальем уксусную эссенцию в бак номер один. В бак номер два мы засыплем бикарбонат натрия, которым является обыкновенная пищевая сода. Затем мы повысим давление воздуха в баке с уксусной кислотой до 5-6 атмосфер. Если теперь открыть кран между первым и вторым баком, то уксусная кислота под давлением воздуха начнет поступать в бак номер два и смешается с пищевой содой. В результате химической реакции начнет выделяться углекислый газ. Углекислый газ не поддерживает горение, и мы можем проверить его наличие с помощью зажженной спички. Теперь присоединим ко второму баку третий бак с холодной водой, предварительно удалив воздух. В замкнутом пространстве, образованном баком номер 2 и баком номер 3, давление газа повысится, и газ начнет растворяться в холодной воде. Защитный клапан будет ограничивать давление газа до 4 атмосфер. Это эндотермическая реакция, которая протекает с поглощением тепла. Через 15-20 минут работы этого реактора можно получить пол-литра холодной газированной воды. Два дополнительных крана позволяют менять бутылки с водой без потери углекислого газа. Я желаю вам творческих успехов! До встречи на канале!